хотел нажиться чужим имуществом. В качестве жертв выбирал девушек, которых воспринимал как беззащитных, но ошибся. В Казани задержали подозреваемого в уличном грабеже. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. По версии полицейских, за пару минут он напал сразу на двух девушек. Что было дальше, расскажет Альбина Минибаева. А у кого отобрали? У девушки. Чтобы разжиться чужим имуществом, предполагаемый грабитель пошел, как ему показалось, по легкому пути. Нападал исключительно на девушек, считая их легкой добычей. Первую свою жертву он встретил поздно ночью в московском районе. По версии полицейских, предполагаемый злоумышленник подошел к ней со спины и, оттолкнув на землю, похитил сумку с личными вещами и деньгами. Этого ему показалось мало, и спустя пару минут мужчина напал на другую потерпевшую, но безуспешно. Девушка начала громко кричать и звать на помощь, испугавшись такого поворота событий, нападавший сбежал. И для чего это все совершили-то? Я был пьяный. Подозреваемого задержали довольно быстро, к тому времени он уже успел протрезветь. Большую роль в его поимке сыграли как показания местных жителей, так и камеры видеонаблюдения. Как видно на кадрах, забрав содержимое сумки, злоумышленник избавился от улик и выбросил все ему ненужное в мусорный контейнер. По данному факту в отделе полиции Московский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Свою вину ранее судимый 29-летний казанец полностью признал. Дожидаться судебного процесса он будет за решеткой. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, «Вызов 112».